30 октября по всей России отмечают День тренера. В этот день принято поздравлять всех спортивных наставников, в том числе и детских тренеров. В Северской детской спортивно-юношеской школе работают 14 тренеров. Большинство из них – ее бывшие воспитанники. Под чутким руководством наставников юные спортсмены достигают высоких результатов, побеждают на соревнованиях и получают спортивные разряды. Тренер играет важную роль в жизни ребенка. Он дает необходимые спортивные знания и навыки. Тренер способен воспитать сильного человека. Успех спортсмена во многом заслуга руководства наставника. Именно тренер открывает ребенку дорогу в спорт высших достижений. Дети – наше будущее, и каждый день нужно на работу ходить с душой, не просто на работу, а жить в этом месте. Кто-то в зале, кто-то на стадионе, кто-то в игровом зале. Конечно же, вся радость работы – это только радость в детях. Но правильная тактика и умение – это лишь половина пути. Тренеру важно уметь поддерживать ребенка. Настоящий профессионал способен привить юному спортсмену дисциплинированность, стойкость и уверенность в себе. Профессия тренера – это одна из благородных профессий. Приходя к тренеру, детишки не умеют ничего. И пройдя курс обучения, они постигают азы движения, учатся, побеждают в соревнованиях, получают навык физического развития, а также становятся просто великолепными людьми. Поздравляю всех относящихся к профессии тренера, тех, которые сегодня работают в этом несложное время с учащимися. Хочу пожелать им огромного здоровья, великолепных учеников и прекрасных результатов. Тренер – это человек, способный из необработанного алмаза сделать драгоценный бриллиант.